1/4 Катарского чемпионата мира, матч Нидерланды-Аргентина. Я хочу сразу сказать, что Аргентина будет выжимать из себя максимум, потому что это последний чемпионат мира для Лионеля Месси, который выиграл практически все важнейшие трофеи на планете Земля, кроме звания чемпиона мира. Нидерланды – это в большей степени равная команда друг другу по составу. Там нету таких игроков уровня Снейдера, Робена и так далее. Эта команда может прибавлять по ходу матча. Она прошла закалку такими сборными, как Сенегал и США. Сборными, которые физически одаренные, которые могут осложнить игру по ходу матча. Но если команда Луи Ван Гала находится в прекрасной форме, то они умеют додавить, где-то отдать преимущество. И, естественно, в контексте данного матча что-то сказать точное по исходу игры нельзя. Одни имеют умного тренера, а вторые будут стараться, чтобы их главная футбольная величина 21 века все-таки стала чемпионом мира. Но зная тот момент, что Нидерланды умеют прессинговать, Нидерланды умеют осложнять игру, и Нидерланды знают ключи к обороне практически любого соперника, и я предположу, что сегодня одним из рациональных вариантов будет угловые Голландии более 3,5. На этом все. Смотрим футбол. И каждый пусть поболеет за свою любимую сборную. Пока.